Друзья, сейчас мы находимся в цехе, который называется Исламджон Гиламляра, по производству шелковых ковров. Он был основан в 2005 году, и сейчас эта компания добилась больших успехов. Она уже сотрудничает со многими зарубежными компаниями. Широкий ассортимент ковровых изделий. В этом зале работает около 400 девушек, которые при изготовлении ковров вкладывают в них свою душу. Хочу представить вашему вниманию увеличенный фрагмент рисунка ковра. Он похож на миллиметровку, которая состоит из множества разноцветных кубиков. За моей спиной расположен отрезок незавершенного ковра. Этот отрезок был изготовлен в течение 2-2,5 месяцев. Приблизительная дата окончания его изготовления составляет 2-2,5 года. Также мы делаем ковры, которые могут быть изготовлены в течение 5, либо даже в течение 7 лет. А также есть маленькие коврики, которые изготавливаются всего лишь в течение 2, либо в течение 3 месяцев. Сделать шелковый ковер – это целое искусство, которое требует любви. Процесс создания ковра не прощает плохого настроения и негатива. Девушки, работающие здесь, знают по себе, что негативные эмоции и плохое отношение к ковру может просто-напросто его испортить. Поэтому они вкладывают в него всю свою любовь и всю свою душу. И это так волшебно!